Всем салам алейкум. Сегодня вот опять выехали мы. У нас сейчас какое число? Четвертое декабря. Это первый раз мы в декабре выезжаем, в принципе. В принципе, да, выехали первый раз. Холодно, в принципе. Ну, днем плюс 15, ночью до нуля опускается. Ну, решили как выехать? На разведку. Чисто. На разведку выехать. Почему? Потому что сейчас селедка должна у нас пойти. Ну, в принципе, плотва идет очень хорошо, поэтому выехали посмотреть. На хищника не знаю, как получится, но... Мы забросили нарезку забросили, все. А так видно будет, посмотрим, как оно сложится. До этого мы, в принципе, в декабре никогда не выезжали на рыбалку. Да, потому что... Как-то в ноябре мы закрывали сезон, а вот первый раз в этом году, вот в декабре как-то выехали, чисто вот именно на этот водоем, ну, посмотрим. Выехали, в принципе, рассчитываем на двое суток. Угу. На двое суток. Ну, посмотрим, как оно получится. А так, погода, в принципе, терпима. Терпима, да. Ребят, сейчас так как... Ближе к вечеру идет, поклевок у нас нету. Мы решили переехать на другое место, но бег у нас остается. Смотреть за удочками, то, что мы закинули. Мы решили съездить на другую сторону озера, половить плотву на резку, хотя бы на резку половить. А там дальше видно будет, да? Сейчас мы переезжаем втроем на другую сторону, половить на резку плотву. Я остаюсь в лагере. Да, ты остаешься в лагере, поэтому мы немножко прерываемся. Связью, наловим плотву, приедем, а дальше продолжим. Ребята сейчас собрались, поехали на другой конец водоема, поклевок нет вообще, вот. Был сильный ветер. Но сейчас немного стих штиль. Есть, но запуски не где-то. Все удилища стоят. Ни одной поклевки, ничего нету. Посмотрим сейчас ребята, какие новости скажут. Потому что, может, в другом конце есть поклевка. Раньше там лещ, плотва, ледочка хорошая. Они сейчас туда поехали на разведку. Если будут новости, они позвонят. Или же сообщат, они должны костер развести, и мне это видно будет в другой конец. Если так, то уже пойму, что поклевки есть. Наверное, соберемся и, наверное, вторые сутки уже будем там рыбать. В любом случае, дождемся результатов. И дальнейшая рыбалка будет зависеть от этого. А пока будем взять поклевок. Ребят, короче, сейчас какой-то шум был слышен. И ветки ломались. Не могу понять, я сейчас вот поднялся, телефон тоже включил. Не знаю, что такое, в принципе. Поднялся наверх сейчас посмотреть. Вот никаких следов, ничего нет. Интересно просто, да, вот. Здесь вроде никого не должно быть. И ребят пока нету, я один пока здесь. Не знаю, они во сколько подойдут. О! А ты упал. Такое ощущение было, как будто... Кто-то сверху смотрит. Где-то вот здесь было, между кустами. Интересно. Здесь, в принципе, животных там много, но ни одно животное так не делает, чтобы ломать ветки сахтаула.
смотрит нашу сторону, в мою сторону. Я тут один здесь сейчас. Ребят еще нет, они еще не подъехали. Не знаю, что там зрители. Я еще буду смотреть, если что-то будет. Конечно, сниму. Еще такая густая растительность вообще. Саксаула много. Дым сейчас от моего костра идет. Не знаю, что это все так интересно. Посмотрим еще, что будет. Вот ребята уже подходят. Ну что, чем порадуете? Пять плотвы там поймали. Вон они идут. Плотвички. Ну крупненькая. Можно посмотреть? За час взяли, да, уже? А я вот за час. А нормальненький, слушай. Тут что там получается там, теперь? Там ветра нет. Там по... ветер в спину. Там ветер в спину. Тут я говорю, снег этим, баха? Гитя нарафтим водичка? Гитя нарафтим. На гору будем мечтать, ты вам не гитя. Там ветра нет. Там ветер в спину, а здесь смотри, какой. Ну, хай, не сильно ветер, в принципе. Ну, есть, да, но... Вообще нету, да? Наклёпка была. Вечерка пошла, ребят. Как приятно вытаскивать. Ребята, ожидания поклевки наконец-то начинаются. Пока селедки нету, но плотва идет. Время к вечеру. Поклевки начались у нас. Ух ты! Это наша плотва. Ну еще не вечер. Надеемся на лучшее.
куда-то завел. Я завел. Пожалуйста, крупный. Сейчас посмотрим. Это плотва так мозги крутит. Ну, крупно, да, смотри. Плотвичка, конечно, но крупная. Давай сюда его поднимем. Смотри, какая плотва. Ну, хорошенькая, смотри. Крупненькая. Что-то есть, но закидываем далеко. Чувствительности мало, честно говоря. Но что-то идет. Ребят, приехали за селедкой. Пока клюет плотва. Ну, клюет плотва, это тоже приятно. Плотва у нас крупная. Хорошенькая. Давай кинем в наш бассейнчик. Есть что-то там? А, вон. Есть, есть. Боже, плотвичка, смотри. Ребят, началась поклевка у нас. Не, что такое лабо? А? Э, бор, не тебе, ну мало. Балык канал бере балык. Зелёзь, мы с балык, зелёзь, 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 Yasman'ın karşına. Ha, karşılık mı? Ha, kulüp yani. Очередная поклевка вечерняя. Время 8:30. Есть что-нибудь? Походу, пьеса что-то идет. Ой, 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 ой. Есть, есть, мелочевка, но есть. Плотва нас радует. Но селедки пока нету. Бассейн. Ильванович клюет, дергай. Ну что, Ильванович? Не успел. Прозевал поклевку. Скажи, Ервянович, да что размялся? Ну и поэтому я говорю, вы не торопитесь. Потянуть. Потянуть надо. Еще раз дернет. Ну что, ребята, очередная поклевка. Время 8:00 вечера. Плотва идет. Смотри, что.
Ну что, ребят? Место поменяли удачно. Хотя бы не скучаем. Ловим плотву. Ребят, нашли заводить здесь, где рыба у нас плавает. А на утро посмотрим. Отпустить или зажарить. Стрелки? Вполне вроде на море. Мелкий. Опять плотва. Да, мелкая плотва. Она сегодня в ролях. Главная героиня. По-моему, нет уже ее. А не есть что-то. Есть. Мелочь. Иди сюда, родная. Опять полотвичка наша. Ну так, ничего. Вим, дай, пожалуйста, эти щипцы. На ведре там, где от прикормки. О, ребят, сейчас. Юр, закрываешь, освещение там. Видно тебе? Так. Плотвичка. Мелочи, но приятно все равно. Да, мы их потом утром отпустим, да, все, Дим? Ну, они у нас в бассейне плавают. Частный пруд. Небольшой такой. Ну, подожди. Видно? Ох, как плавает, смотри. Аквариум у нас тут. Сейчас уже как полтора часа идет дождь, пока мы палатки поужинали. Сейчас еще, наверное, будем сидеть ждать, пока дождь не закончится, ну, правильно? Дождь кончится, начнем рыбачить дальше. Дождь сильный, в принципе, выйти сейчас. Да, где-то снег идет, у нас дождь зимой. Да. 4 декабря дождь. 4 декабря. В принципе, погода классная, тепло, не холодно. Вот. Рыбачить можно. Но рыба, конечно, мелочь пока нас радует. Крупного пока нет, но мы не теряем надежду. Будем рыбачить до утра, Дим? Да, рыбачить продолжаем. Наша цель все-таки поймать нормального судачка, хорошую пару штук. Дай бог, нарезку. Если получится, да. Все у нас закинуто. Продолжаем дальше. Оставайтесь с нами. Что, ребята, вот наша рыбалка закончилась. 2 дня мы получили массу удовольствия, поналовили очень много плотвы. Вот. Ночью не ловили, дождик шел. Поэтому на этом что мы можем сказать? Действительно отдохнули душой и сердцем. Да. Хоть и было и прохладно, и дождик, но все равно получили массу удовольствия. Так что, ребята, всем удачи. Выезжайте почаще на рыбалку. Удачи на водоемах. Оставайтесь с нами.